Очередная посылка из Китая дошла за 24 дня с момента отправки. Продавец отправил на следующий день. Шла через почту Латвии. Здесь вот написано Латвия. И здесь у нас должны быть наушники. Но за сохранность, конечно, я переживаю. Потому что, смотрите, вот такой вот типа мусорный мешочек. И он туда их положил, а даже пупырка не обернул. Так что давайте сейчас скроем и посмотрим, нормально там все с наушниками или нет. И вот они, наши наушнички. Наушнички у нас дешевые, за 2 бакса. Нафига себе прикупил такие наушнички, потому что мои наушнички за 2 бакса, вот эти вот, приказали долго жить. Ну, вернее, это вот ухо левое живое, а вот правое, вот такая вот фигня с ней случилась. Здесь оборвались провода, они тут постоянно обрывались, я тут паял не один раз, ну и в итоге они полностью оторвались, нифига ему не получилось сделать. Поэтому решил прикупить себе еще одни такие наушнички, потому что наушники, несмотря на то, что они дешманские, прикольные наушники, звук на них сносный, низа хорошие, высоких чуть-чуть не хватает, но низа хорошие, средины нет. Я ими пользовался 4 года, при том, что они у меня на моем рабочем компу, то есть каждый день их юзал, при том, что это дешманские наушнички, и хватило их на 4 года. Вот решил себе прикупить еще такие, я заказал вот такие, но они идут без трековой посылки, и не факт, что они дойдут. И еще вот такие вот заказал, тоже там в описании пишут, что звук более-менее нормальный на них, и что юзать их можно. Они немножко конструктивно, чуть-чуть не такие, эти вот видите, как сделано. В этих такая дужка круглая, в этих такая погнутая и плоская, а здесь круглая. И сами, наверное, чуть поменьше, да, и поменьше чуть размером. Давайте сейчас я их затещу. Вот такие маленькие, миниатюрненькие по сравнению с этими. Сидят на ухе немножко не так, как эти, но более-менее нормально. Подрубим мой моторчик ZX3010. G8 у меня батарейка села. Хотел G8 попонтоваться, но что у нас тут с музычки есть? Так, и давайте музычку вырубим. Ну, низы тоже здесь есть. Но здесь, наверное, чуть побольше средины, чем в сравнении вот с вот этими. Здесь низов побольше, средины поменьше. Высоких бы тоже чуть-чуть бы не помешало. Но, в принципе, поют классно. Для 2 баксов обалденно поют. Эти вот капельки, которые дешманские покупал, там жесть, средина полная фигачит. А здесь класс, здесь звук классный. Не знаю, сейчас вот микрофону поднесу, слышно будет или нет. Так что класс. Наушники классные. На ушах сидят классно и поют классно. Тут даже, наверное, звук будет получше, чем на моих старых, потому что тут средины чуть побольше, чуть-чуть. И как бы эффект такой высоких создается, то что там вот высоких не хватает, там больше не зайдут. Но здесь все класс. Наушнички огонь. Потому что стоят 2 бакса. Даже они там стоят дешевле, чем бакс, но там за доставку бакс с лишним, получается 2 бакса. В принципе, покупки доволен, наушнички классные. Теперь я буду их юзать каждый день со своим компом, потому что вот эти мои поломались. Ну, надеюсь, что года на 3 их, а то может и на 4, как предыдущие, хватит. На этом же, в принципе, все. Кто хочет себе такие недорогие, компактные, классные наушнички, переходите по ссылке и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения.